Поддержка бойцов СВО остается в приоритете на Ставрополье и в 2024 году. О принципах формирования регионального бюджета губернатор Владимир Владимиров рассказал на расширенном заседании коллегии Федеральной налоговой службы, которая прошла в Железноводске. Так сотрудники отметили праздник. Благодаря профессионализму сотрудников ведомства увеличиваются поступления в бюджет, что позволяет решать важные задачи. Мы говорим о том, что сегодня у нас появилось три приоритета при создании бюджета. Это социальные обязательства, вне сомнения, важнейший элемент. Это наши зарплатные проекты, которые важнейшие тоже элемент. И сегодня, конечно же, это помощь и финансирование специальной военной операции. Все эти три обязательства в Ставропольском крае, да я уверен, что во всей Российской Федерации выдерживаются. Здесь наше большое взаимодействие, оно важно для наших с вами людей, для того, чтобы эти три приоритета были обеспечены. В Минеральных Водах на улице Юбилейной возводят два дома для переселенцев из аварийного жилья. В новые квартиры приедут 222 человека. Общая строительная готовность объектов уже превышает 60%. Сейчас благоустраивают придомовую территорию, сообщили в региональном Минстрое. Работы проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда». В Невиномыске завершается капремонт третьей школы. Зданию укрепили фундамент, обновили коммуникации, полы и потолки, заменили окна и двери, сообщили в региональном министерстве образования. В порядок привели учебные классы, столовые, коридоры на всех этажах, оборудовали компьютерный класс и установили мебель. Работы проводят по госпрограмме развития образования и региональной программе «Модернизация школьных систем образования». В Георгиевске продолжается капитальный ремонт поликлиники на улице Октябрьской. Уже заменили кровлю и инженерные коммуникации. Сейчас обновляют отделку фасада и помещений, сообщили в региональном Минздраве. Позже установят оборудование. Работы проводят по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения.